Здравствуйте, сегодня у нас на показе нож от компании Zero Tolerance, и это модель 0452, которая в корпусе из карбона и титанового сплава. Причем карбон представлен в черно-сером цвете и полностью в черном. Немалых размеров нож, достаточно даже немножко крупным, да, по клинку кажется. Длина клинка здесь 104 мм. И такой агрессивный вид по форме дроп-поинт, но спуски достаточно выраженные по обуху. И спирпоинт напоминает. По корпусу, повторюсь, титановый сплав, клипса черного цвета с реверсом на карбонную. Бэкспейсера нету, есть две боночки, которые распирают противоположные на корпусе стороны. Фреймлок на фрейме, видна металлическая пластина, которая запирает лайнер и с ним непосредственно контактирует, и это все стягивается таким винтом. В осевом узле здесь металлические шайбы, и по открытию аккуратно плавник, который имеет ребристость на одной стороне и в разложенном состоянии переходит не сильно выраженный, но упор. По корпусу есть подпальцевые выемки, причем неплохо вырезаны и геометрически, и анатомически подчеркивает руку достаточно неплохо. Клинок стремительный вид. Угол или острие находится строго по центру. Да? Безусловно, таким образом проникающая способность у него очень высокая. Спуски также высокие. Сведен порядка на 0,5 мм. Сталь здесь порошковая, CPM. S35VN, твердость порогового порядка 60-62. Ну, понятное дело, обух никак не заточен, но неплохо спущен, и к острию имеется такое даже расширение дополнительное, после чего переходит в кончик. По характеристикам пробежимся уже на черной модели. Здесь у нас корпус имеет Stonewash обработку, некую потертость. По фреймлоку также стянут винтом, и на противоположной стороне карбон фибер, но в черно-сером цвете. Сам клинок уже полностью черный с обработкой Black Wash. В остальном все то же самое, сталь аналогичная. Нож имеет аккуратное темлячное отверстие, которое выполнено в задней части, прям между противоположными, соединяющими противоположные стороны бонками, достаточно просторная. На клипсе видим гравировку ZT. И здесь давайте на этой модели обсудим характеристики. Общая длина 236 мм, нож не малых размеров, клинок 104, в сложенном состоянии 132. Ширина клинка 27, по обуху 4,1. Толщина рукояти 13, ширина 30. Вес данного ножа всего-навсего 122 грамма. Всем спасибо за просмотр и до свидания.